Первый вопрос. Как вам выступалось на родном паркете? Уже не первый раз здесь выступаете. Насколько было комфортно или, наоборот, волнительно? Ну, хоть и на родном паркете, но все равно волнительно, потому что надо стараться, надо побеждать. Было волнительно. Очень сильно переживала, как выступим. Все-таки хотелось выступить на нашем турнире очень хорошо. Ну и все. Вы завоевали 3 золотые медали. Довольны? Все получилось или что-то не очень? Ну, все равно нету предела. Нужно еще завоевывать. Надо стараться. Все. Мне кажется, было все отлично. Ну, в некоторых моментах у нас немного не получилось. Но мы будем еще стараться отрабатывать эти движения. И надеюсь, на следующем турнире у нас будет еще, ну, все еще лучше. Вы выступали в латине, в стандарте, в двоеборье. А у вас есть какая-то ваша именно, то, что вам ближе, латино, стандарт или двоеборье? Что вам ближе, почему? Ну, нам ближе стандарт, ну, лучше получается. Не знаю почему, ну, и то можем, ну, хорошо станцевать. А мне кажется, у нас то хорошее. Я это все. И последний вопрос, ради чего занимаетесь? Просто нравится или чего-то? Что вам дают танцы? Нам танцы дают удовольствие. Мы занимаемся ради побед, ну, чтобы прославить тренера и себя, наш клуб. Танцами мне очень рад заниматься, как удовольствие. И, может быть, в будущем я стану тренером, например. Ну, это пример. Все.